Всем здравствуйте. Видео про хозяйство. Как народ в деревне живет. Приехал помочь управиться. Вот хозяйство вот такое. Барашки, овечки. Потомство несут. Январь месяц. Теленочки. Курицы. Вот это, видимо, телочка должна быть стельная. Так, идем дальше. Фронт работы смотреть. Накормить, почистить. И напоить. О, сейчас запотеет все, наверное. Так, тоже все перестроение. Коза с козленочком. Наверное, недавно родился. Так, эта корова тоже должна потомство принести. Че, овечки, вы чего скажете? Так, там не знаю, видно, не видно, у меня очки запотели. Сколько там чего? Маленькие вроде тоже бегают. Так, там тоже коза. Там козлята. Да. Есть чем заняться. Есть. Это гром. Это гром. Помесь с тяжеловозом. Да, гром. Ох ты. Вот такой еще табунчик барашков. Там козочки молоденькие, ласточка, подружка ворона. Это пенсионер уже, 17-й год. Я его застал еще маленьким, когда был сам маленький. Обучал его, ну вернее, дядя обучал, я на нем пробовал. Ты что, один что ли остался? Один, где-то я упустил еще. Вот еще. Ну ладно, приступим. Сейчас пока вода у нас идет, надо напоить. На все хозяйство где-то фляг 10, наверное, уйдет. 12 воды. Вот так вот тут в деревне жить. Да, Гром? Ладно, пошел я за водичкой. Ну, с одной сарайкой мы закончили. Все надали. Напоили. Да, малыш, или как тебя там зовут? Будем следующую. Навозу маленько почистили. Не только. Навоз это еще и удобрение в будущем. Вот так вот тут. И молоко, и мясо, и телята, да? Не знаю, как тебя зовут. Ладно. Здесь на сегодня все. Теперь следующую. Вот так вот у нас водопой происходит. Эти уже выдули флягу воды. Сейчас вам еще налью. All right.
Вот так вот процесс идет. Снова за водой. Это баран-производитель. Как тебя зовут, не знаю. Часть эдельбайска этой должно быть замешана там. Самая малая. Так, ладно, время-то идет. У нас вода по расписанию. Через час отключат. Вот он, здоровенный конь. Так, ну тут у нас с питьем тоже заканчиваем. Корова напилась. Тут им воды налил. Так, тебя еще отдельно надо, да, напоить. И сейчас почищу. И сено. Сено будем им давать. Как тебе попасть-то? Вот так, а там тоже ягненочек. Кушать хотите, да? Эх, все запотело, не знаю. Ну, наверное, на этом и все. Коротенький такой денек в сокращенном виде с хозяйством, управой. Кому будет интересно, если то еще могу подобных поснимать потом. Я здесь довольно часто бываю. Так что вот так вот тут. Айна, как тебя там зовут? Все, смутился. Thank you.
все. Всех напоили. Сейчас вам ту часть сена перекидаю вот этим. И этот тюк раскручу. И в сарайку. Туда, где козы с овечками и с ягнятами. Ну и Грому. Пусть будет запряженный. Вдруг завтра на нем надо будет сено или воду привезти. Ну, вот так вот. Вот так вот и управляемся. Да? Ты тоже скоро потомство, что ли, принесешь? Это коза дойная. Там ласточка. Хорошая кобыла. На год старше моего ворона. 6-й год ей. 1,5 раза, наверное, здоровее. Ну, не в 1,5, но больше моего, мой маленький. А вот этот как раз практически в 2 раза, наверное, крупнее. Ну ладно, всем пока. Надо доуправляться уже.